И всем привет, с вами Ростиксон. Сегодня мы будет обзор пацанский на Binance. Как вообще, простыми словами, что тут самое важное, что вообще ненужное для новичков. Я сразу скажу, у меня в этом корыстный интерес. Я хочу, чтобы вы регистрировались по моей реферальной ссылке, где вы получите 10% скидку на торговые комиссии. Ссылки все в описании. Давайте сейчас вот поговорим. Сами вот вообще Binance. Вы только вот зарегистрировались, да? Нужно пройти KYC. Заходим в активы. Смотрим. У нас показывают тут баланс. Сразу, пока у нас все загружается. Пароли, все остальное. Все нужно записывать, особенно если вы новичок. И стараться не хранить на бирже много. Такс. Ну. Он тут все закрыл. Давайте разберемся сначала с вводом. Мы вносим криптовалюту. Допустим, выбираем... Тут самое главное, это перепроверять все несколько раз, узнавать там, какую монету вы, допустим, вносите. То есть с XRP, если это вносит XRP, получаем адрес. И нам нужно сразу ввести один адрес и второй, когда мы отправляем. Где-то это один адрес. То есть самое сложное, это не перепутать сеть. Допустим, вам сказали, у вас есть XRP в сети там Binance. Вы вносите и выбираете, да, этот адрес. Все тут, все это самое простое, да? Теперь с выводом, самое главное, старайтесь, вот на чем вы пользуетесь, с какого устройства, антивирус там ставить, все остальное, потому что когда вы, допустим, будете выводить криптовалюту, вы будете копировать адрес. У вас может адрес, допустим, из-за вируса, вы вставляете один адрес, а у вас из буфера обмена другой адрес вставляется, поэтому всегда перепроверяйте. Даже вот, допустим, сам Виталик Бутерин, он делает как? Отправляет сначала малую сумму, да, на адрес, проверить, пришло или нет. Если пришло, то отправляет всю сумму. То есть вы поэтому всегда все приправляете. Вот мы берем адрес, выбираем сеть, отправляем. Все. Что у нас есть? Аутентификатор, это номер телефона в Binance. Я бы вам советовал аутентификатор, потому что коды на SMS иногда не приходят. Теперь смотрите, как только мы пополнили, все, у нас есть деньги. Мы можем это сделать либо через P2P, тут на... рынке. Просто мы когда берем, выбираем там нормального чела. Допустим, вот мы выбрали USDT. Да, сейчас посмотрим, какая у нас сумма. Берем и закидываем. То есть выбираем, что у нас тут нужно. Но вообще, я пользуюсь, допустим, BestChange'ем или людьми, с которыми я обмениваюсь на постоянной основе. То есть BestChange это лучший обменник там. Вы просто наберите BestChange, вы все поймете, да? BestChange. Это вот хороший сайт. Вы же видите, тут лучшие курсы, все такое. Он работает миллиард лет уже, там, 100 миллиардов лет. То есть вот так вот, да? Как только мы закинули, допустим, вот тут мы покупаем USDT, адрес вставляем наш USDT по адресу просто, вот. Выбираем монету. Копируем адрес. Так, идем дальше. Теперь идем, вот, допустим, 3x USDT, да? Выбрали адрес. И когда меняете, говорите USDT и Tron. То есть вот, допустим, я отдаю что? Я отдаю Сбербанк, а получаю... И видите, выбираю Tether, USDT, именно... Я хотел, видите, ERC-20, а ну у нас TRC. У нас TRC. Все, нажимаем TRC. И вот у нас, отдаем 95 рублей, получаем 1 доллар. То есть от 20 тысяч, да, это лучший курс там, все. Вот так выбираем, делаем. Все, как только мы закинули деньги, смотрим. Зашли в торговлю. Смотрите, фьючерсы. Вот посмотрите на фьючерсы. Вот посмотрите, запомните слово. Забудьте навсегда. Пока вы новичок, не используйте их примерно никогда. Ну, потому что вы сами поймете, почему. То есть, я вам сейчас чуть позже скажу, да? У нас есть спот. Вот вам тут самое то. Вот вы новичок, вам на споте вот самое то. Вот. Кайфуете, сидите. И то, да, там. Есть мем. Купил наверху, продал нанизу. То есть, так лучше, да, не делать. Ну да, логично, иногда вы смотрите монету, да, и если она сильно упала или сильно выросла, то есть, допустим, вот, монета выросла в дофига раз, уже нужно как бы, ну, понимать, что не факт, что она упадет, но как бы, то есть на верхах лучше не покупать, на низах не продавать, да, поняли, о чем я? Или, по крайней мере, ну, с большей осторожностью смотреть, когда что-то вырастает жестко, да? Ну, тут у нас справа это мое избранное, мы смотрим, и, допустим, вот, XM, сейчас я найду XM. Где-то его видел. Вот XM. 3 цента стоит. Вы угораете? 3 цента. 3 цента стоит XM. 3 цента, понимаете, о чем я, да? 3 цента. Я продавал их. Я продавал их по...
по 70 центов еще в прошлом бычьем рынке. То есть всегда нужно учитывать, да, что эта монетка когда-то стоила 80 центов даже. Сейчас стоит 3, ну все бывает. То есть понимаете, о чем я, да? Поэтому выбираем, изучаем монетки. Допустим, вот у нас был USDT. Мы, как обычные такие нормальные люди, мы покупаем биткоин, да? Биткоин USDT, вот который мы купили. Мы берем, заходим на спотик, да, спотик, опа. Смотрите, лимитный ордер, чем отличается? Мы, допустим, $100 пишем, да, $100. Но мы с вами умные, да? Мы наверху вас с вами не будем покупать. Мы думаем, не 63 500 поставим, а 61 тысяча, да? Потому что у нас автоматом на 100 USDT купится при 61 тысяче, да? Вот так вот делаем. Все, у нас автомат. То есть вы можете считать, хоть там $9000, я не знаю, там мало. И также продавать, да? То есть, допустим, купили вы по 63, такие, а мне будет нормально по 65 продать. Куда мне? Мне чисто вот заработать, да, свои деньги. Вот, допустим, мы даже с вами сейчас можем посмотреть, насколько это вырастет, да? Когда мы бы купили по 61, то есть мы бы заработали $5, да? Купили по 61, продали по 65. Поэтому, да, вы видите, на битке, ну, волатильность такая, то есть, как бы, слабая. То есть, там, биток вырос на $5000, а мы зарабатывали 5%. Это мало, да? Вообще мало как будто. Прям очень, да? Поэтому есть другие монетки там. Ну, соответственно, они и падают больше, да? Как... То есть, допустим, эфир, да? Он побольше добьется, но все равно более волатильный. И вот так вот вы выбираете, допустим, топ-поиск. Вот тот же BNB, там, Pepe. Ну, блин, Pepe, конечно. Ну, это мем. То есть, мемы. Видите, у нас сразу Binance нам дает всякие шняги. Смотрите, Pepe вот стоил вот так. И вырос там дофига раз. То есть вы такие смотрите, что вам... Главное, вот изучайте там, прежде чем вы покупаете. Допустим, не стоит что-то покупать, о, Pepe, а вы вообще знаете, что это, что куда, да? Ну, вы дальше изучайте, смотрите там. Вот, просто что вам нужно, выбирайте. Допустим, какую монетку вы хотите купить. Вы такие, так, биток не подходит, эфир не подходит. Подходит, например, Атом. Монетка, которая там, и из топа списка. Ну, и стоит там на столько же, сколько в прошлом... В бычьем рынке, да? Покупаем Атом. Идеально, например, да? Смотрите, еще есть рыночный ордер. Рыночный ордер. Что он делает? Мы просто берем по рынку. По рынку. То есть, по любой цене. Допустим, $100, да, назовем. То есть, смотрите, торговый объем там $21 миллион, да? Или даже больше. Да, $21 миллион. За день. И вот мы видим, по 8,3 продается на $40 тысяч. То есть, если я сейчас поставлю, да, по маркету $40 тысяч, то он выкупит вот все вот эти вот, да, пока не закончится $40 тысяч. То есть, он вот дойдет до сюда, да, даже меньше. Потому что тут $13 тысяч, он просто выкупает по любой цене, поняли? А цена он из, ну вот, из стакана. А помните, я говорил про лимитные, да, ордера? Мы просто берем, ставим, допустим, 8.31. И у нас в стакан у нас ордер прилетает вот туда куда-то, да? То есть... Вы можете даже по стакану там что-то смотреть. Такие у вас, может, какие-то вопросы у вас будут. А, ну давайте смотреть, теперь важное. Смотрите, вы когда торгуете, есть такая небольшая комиссия, вообще она маленькая, прям капец, даже незаметная, да? Ну, она прям 0,0,0,0, сколько-то, да-да-да? Но, допустим, у меня там, хотя я не особо торгую вообще, я там не храню деньги на бирже и все такое. У меня там, в один момент там, торговый объем был более $1 миллиона. А с $1 миллиона комиссии, это уже сколько? Где-то там 100 тысяч баксов. Ну, примерно, я вот вам образные цифры, да? Это уже чувствительно, 100 баксов, да? А зарегистрировавшись по моей реферальной ссылке, вы будете 10% экономить от этой суммы. То есть у вас будет скидка 10% на комиссию. И вы мне поможете заработать, как бы, скажем так. Это мне приятно будет, честно говоря, потому что я вот сейчас еще... У меня цель моего YouTube-канала — это заработать на том, что я помогаю людям, притом обоюдно, да, я им рассказываю как-то. У них будет скидка на торговую комиссию, да? И мне хорошо, им хорошо. Прожмите лайк, да, там, подпишитесь, если вам нравится, все такое. То есть будет много всего на канале интересного. Мне лично вот все нравится мне, пацаны. Ну, кайфово, как будто сидишь с вами, говоришь. Я только из душа вышел, между прочим. Ладно, ладно, все, я погнал. Будьте аккуратны. Крипта — это крутая штука.